Это Муся. Мусе примерно 2 года. Муся жила на одном из минских предприятий. Служила верой и правдой. Но однажды вдруг оказалась просто не нужна. На Мусю вызвали отстрел. Один из сотрудников этого предприятия написал о ней в интернете, и мы решили взять ее на передержку. В настоящий момент Муся живет у нас. В семье, которая взяла временное опекунство над собакой, есть и свои питомцы. Содержать всех довольно сложно. Быть может, именно вы могли бы взять эту бородатую девочку себе и стать ей верным другом и любящим хозяином. Поверьте, вы не пожалеете. Очень ласковая, очень нежная девочка. Она отлично ладит с другими животными, как с котами, так и с собаками. Она скромная, ненавязчивая, хорошо гуляет на поводке, приучена к выгулу. Муся большая умница. Несмотря на то, что она никогда не жила в квартире, собака ничего не грызет, не портит, к выгулу приучена. Первые дни в новой семье Муся может переживать и немножко поскуливать. Но когда она поймет, что она нужна и любима, она успокоится и будет самой замечательной собакой на свете. В хорошие ручки пристраивается красавица лесного окраса по кличке Мишель. Игривая и задорная, аккуратная и чистоплотная. Она станет для кого-то настоящей кошкой-мечтой. Никаких проблем в бытовом плане Мишель не доставит. А вот радости принесет невероятно много. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.